И вновь я рад вас приветствовать, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем прохождение Mass Effect. А для начала я думаю, что следует, наверное, нам немножечко повеселиться и прокачать что-нибудь полезное, например, в прототипах. Курс переподготовки мы не будем делать, а вот интенсивную сделаем. Так, каждый раз по завершении получит новую способность, на которую перейдут уже потраченные очки умения. Граната Инферно взрывается при соприкосновении с целью и посылает волны пламени во все стороны. Огонь эффективно поражает бронированные цели. Мы бросаем наносящую небольшой урон и обездвиживающую все цели в радиусе поражения. Я ходил со светошумовой, но я думаю, что выберу гранату Инферно. По крайней мере, на данный момент, потому что просто могу. Что касается улучшения брони, мы сделать новое не можем. Улучшение же оружия мы тоже сделать не можем. Но здесь, кстати, мы где-то должны были что-то найти. Я вроде покупал. Как вы помните, мы остановились на цитадели. Я сейчас быстренько туда вернусь, потому что мы должны помочь Гарусу. Извините, что мне пришлось начать отсюда. Сейчас вы поймете, почему. Как вы видите, вот количество моих ресурсов. Они перевалили уже за миллион. А это значит, что я обыскал абсолютно опять-таки все, что смог найти. Сейчас вот мы рядом с Тучанкой находимся, ее я тоже обыскал. Короче говоря, сделал, чтобы опять везде было 100%, потому что цифра 100% мне нравится, она прикольненькая такая. И нашел парочку новых аномалий. Вот такие вот дела. Но мы летим на цитадель, и я там сразу телепортнусь на нужное мне место, насколько я помню. И не буду забивать ни вам, ни себе мозг по этому поводу. Итак, заодно сразу проверим там, что у нас есть по заданию, куда нам нужно примерно переместиться. Я думаю, что все будет хорошо. Вот мы прилетели на цитадель, сейчас нас закрепят, и мы сможем выйти, собственно говоря, уже в саму цитадель. Замечательно. Отдельного шлюза, правда, теперь у нас нет, как был раньше. Но думаю, что это не сильно важно. Так. Отлично. Если я правильно помню, то нам нужно как раз будет подойти к тому сержанту, который, собственно, сказал, что того-то, того-то надо искать там-то, там-то. Ну, короче говоря, сейчас сами увидите. Хотя я могу и ошибаться, на самом деле. Я уже не особо в этом уверен. Но если нет, в любом случае, я тут же телепортнусь куда-нибудь в другое место. Комната допросов пока недоступна. Yes. Капитан Бейли, нет, это другой человек. Это все-таки другой человек. А мы тем временем вот отсюда переместимся на в рабочий район. Рабочая совокупность складов, обслуживающего района Зекера. Президиум, запрос нового напарника. Ну да. Там показывают всю цитадель. И показывают, что мы перемещаемся из одного места цитадели, соответственно, в другое. Вот примерно так все это и происходит. Нам показали, что это происходит в одной плоскости, кстати говоря. Вот нам обязательного напарника дали Гаруса, чтобы стопроцентно иметь возможность. Да ладно. И вот мы прилетели. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you.
Итак, кто забыл вдруг, я надеюсь, все помнят, но мало ли. Харкин это тот нехороший такой чувак, который... А, это действительно полезненько. Вот как-то так оно и происходит. Ладно. Так, кстати говоря, я по идее могу поменять местами все мои скиллы. И у меня вылетела игра, да? Так, простите. Как вы помните, у меня вылетела игра. В общем, короче, поехали. Ай, боже мой, грёбаный Харкин. Так вот, что я хотел сделать, это на самом деле я хотел переставить скиллы местами, потому что мне, допустим, будет удобнее, если я буду юзать на двойку вот этот скилл, например. В принципе, можно даже поставить скиллы моих ребят. Ну, не все, конечно, но большую часть. Допустим, на тройку оставить подъем наших идиотов. А патрончики, например, огненные и все прочие, переставить мне на... Так, заморозка есть, это есть, огненные патрончики вот сюда. Замечательно. И, допустим, перегрузка наносит серьезный урон, считаем врагам, синтетикам, да? Ага. Ну, допустим, пусть вот так будет, основные умения поставлю. Аптечечка. Все, в принципе, можно сохраниться. Просто гранаты можно бросать почаще. Ты там вылез, идиотина. Как-то так. В контейнерах иногда может что-то быть полезное, может не быть ничего полезного. Так, ясно. Гранат как бы наносит довольно серьезный урон. Это хорошо. Так, замечательно. Ну, мало ли что-то внутри было. Ау. Синее светило, говорю, да? Рассеять щиты. Ладно, надо немножко спрятаться. Чувака и без меня, в принципе, добьют. Ну, лучше помочь ему. Блин, зря только испортил. А вылез ты уже. Отлично. Так, здесь ничего нету. По крайней мере, ничего полезного. Ах, у Гаруса убили скоты. Че, меня чуть до смерти сейчас не довели. А пошел ты. Но. Так, где-то там Локи. Локи это хреново. Так, а он ничем против них не может, да? А, нет, стоп, это же мелкий Локи и мир хреново. Локи это фигня. У меня вопрос, почему он нифига не атакует? Лоханулся, случайно использовал аптечку. Надо аптечку как-то убрать подальше немножко, наверное. Ладно, главное, что Гарус жив, в принципе, все нормально. Будем вспоминать потихонечку. Оу. Два заглюченных робота. Ну вот,
Так получше. Пока есть возможность, сохраняем игрушку. Там вижу сейф есть. Надо к нему подойти. И забрать свои денежки. Ну, теперь еще мои, так сказать. Дверки с дверками. Это с этим. Это с этим, это с этим. Логично. Если опять сохраняемся, естественно. Гребаный склад роботов. Прям чуешь? Так, попробуем обойти эти платы. О, можно сразу активировать одну, вторую. Так, дверки. Это и это. Замечательно. You got it. Так, hey, тебя можно... Надо убрать, у них остаются скиллы. Ну хорош так делать, ребята. Просто умрите уже. Замечательно. Ну или так, как вариант. Ладно, надо добить этого засранца. Так, ладно, его мы спасли. Замечательно. Замечательно. Все мои бойцы, так сказать, на месте. Отсюда вышли недавно эти засранцы. Watch right. Excuse me. Taking cover. Affirmative. I got it. Ну, они как бы без меня, в принципе, справляются. Impact но... shot. Шикарно. Сохраняемся. Еще 900. Так, ну здесь бодренько все идет, потому что бойцов синих сетил мы убираем, в принципе, довольно хорошо. Там боевые действия, смотрю, идут. Сука. Последнюю не успел сделать. Мрази не дали мне закончить. Блин, теперь я из-за них не смогу это обойти сделать. Будет на 900 кредитов меньше. Скоты. Можно, конечно, откатиться, но ладно. Да пошли вы. Subdue and suppress. Hostile forces have engaged.
Жалко. Нельзя способность Гаруса одну юзнуть. Точнее, не Гаруса, а моего веселого друга, большого и толстого. Так. Да, волноваться-то точно не о чем. Careful. Так ты сам передо мной встаешь, чем мне-то кефулить? Черт, еще моего друга задел. Замечательно. Так, сохраняемся. Здесь вроде пока больше ничего нельзя сделать. Забрать аптечку элемента питания. Так, надеюсь, мне здесь хоть никто не помешает. Так, и вот это. И вот это. И вот это. А, ну да, там попадать нельзя, иначе сбрасывать, я забыл. Ну, мне в любом случае хватило всего и вся. Я чувствую, сейчас будет жопа. Ну, пока все нормально, как я уже сказал. С людьми у меня проблем уже нету. То есть помогать Гарусу можно прям чуть ли не идеально. Входим, ребятки. Heavy Mech — это плохо. Fire in the hole. Так, сейчас мы сделаем вот так. Надо отходить. Иначе будет жопа. Так, ладно. Ничего у нас тут мало осталось очень, да? Мне надо что-то использовать более логичное. Да ладно, он и мира завалил, лол. А, грёбаный командор. Может быть проблемой. Пошел ты. О, шикарненько. Ну, с потерей солдат, как обычно, но... В принципе, я думаю, что и так сойдет. Более бодренько, по крайней мере. Так, пока можем, сохраняемся. Оглядываемся везде и всюду, дабы найти какие-нибудь полезные штучки. Я думаю, все полезные штучки мы, в принципе, уже нашли. Ага, ну, кроме вот этой. Вот, 1200.
Да, серьезно, эти соединить с этими, ворота с воротами. Это с этими. Это с этими. Это с этими. Замечательно. 1200 кредитов получено. Медстанция. What the hell is Harkin up to? В наглую взял медстанцию заранее. You worked with Harkin at CSEC? Yeah, he was a pain in the ass back then too. But I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. You don't need to hurt him to get what you want. Don't worry, Harkin's a coward. He'll talk long before I can really hurt him. What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex, heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, but I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. You still planning to kill Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless, unlike everyone he betrayed. He'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. Garrus, do you really think killing Sidonis will make things right? I know you don't like it, Shepard, but I have to do this. Is there no other way? Maybe, but this is personal. I'll pull the trigger, and I'll live with the consequences. All I'm asking is that you help me find him. Well, there's one way to find out. Right behind you. Ясно. Так, найти применение для удостоверения. Найти кого-нибудь, кому пригодится поддельное удостоверение личности. Элементы питания. Так. Ну, как-то так. Осталось только, знаете, перезагрузиться... Точнее, не перезагрузиться, а перезарядиться, простите, на всем оружии, которое у меня есть. Дальше будет больно. Так, убедиться в том, что все оружие, в принципе, в нужном мне калибровке. Сохраниться и поехать. Ну, можно и так. Ага, то есть вот так, да? То есть вот так, да? This looks interesting. О, урон снайперской винтовки. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Enemies! Excuse me. Excuse me. And stay down. Weakling! Хотя на них тратить это оружие лучше не надо. Так, единственное, что мне нужно сделать, это принести мне семерочку. Hold fire, Shepard! Естественно, ошибка системная, как ты хотел. I'll put them down. Что-то мне не нравится этот летающий лучик радости. Oh.
И лучше уйти. А, блин, промахнулся. I'll put them down. Он хорош. Он хорош. Так. Мне надо как-то залезть наверх. Это, по идее, единственный способ сделать это. Так, ну... круто, на нас опять сбросили роботов. Мимишные роботы. На эти сволочи, жрите говно. Блин, оказывается, роботы хреново горят. Главное, Гарусы не потерять. Просто как бы потеряю Гаруса, будет все очень-очень хреново. On the ground, now! Шоу он отсюда называется. Воу. Да ладно. Серьезно, я потерял тебя? О май гад. Мой дорогой друг. Так, быстро начинаем взлом. Надеюсь, успею. Так, ты. Так. Дальше. Ну. Быстрее. Я вижу тебя. Готово. No shit. Больно. Так, а как мне с ними? О, да ладно, я потерял обоих. И Гаруса, и моего друга. Толстенького друга. Как бы мне вас так пристрелить бы, сволочи. Так, а знаете, я, наверное, возьму вот эту штучку. И сделаю здесь... Хотя криво патроны тоже подойдут. Называется «Да вашу ж мать!» Избегать проблем от всего-то двух роботов. Это проблема. А, да там еще и ты, мразь, с установленными щитами, кстати говоря. Ну тебя-то, допустим, я убью сейчас. Потому что ты меня просто достал. А теперь разогреем тебя. Главное не помереть со скуки. А потом можно и отрядик воскресить, как вариант. Вы шутите. Да вы шутите. System not designed for specialized ammunition. Rerouting power. Look at power. Our Lord. Force casualty. Блин, жесткий разлет у этой пушки, конечно.
Ладно, ребята выжили, главное. Сохраниться не получится, потому что здесь рядом есть опять-таки враги, много врагов, все дела, в общем, вы поняли, поэтому... Правда, что ли, никогда не добраться, да? Так. Это я согласен, да, Харкин об этом действительно пожалеет. Так. Где-то что-то, ага, вот тут. Замечательно. Как я напоминаю, что нам не сохранится, поэтому пытаемся добраться, как только можем. Харкин's going to regret this. Все может быть, хотя я не уверен в этом. I'll get there. Yeah. В чем проблема сюда добраться? Вы два гения. Забирайтесь, стойте. I'm on it. Ну, все, стойте там, никуда не вылазьте. Вот эта мразь. Oh, crap. Two heavy mechs incoming. Do you really think you can take me down, Karras? Understood. Yeah. Ну ладно, главное в этом случае не потерять Гарруса. Потому что он относительно реально важен. Броню это не особо коцает, честно говоря. Стрим пытаюсь попасть по заднему, чтобы он снес ему щиты. А он стреляет по переднему, блин. Так, броню отлично сжигает, по-моему, шестерочка. Ау. А, серьезно, у меня закончились патроны на этом орудии. Замечательно. Спрячься, дебил. Так, ну лично для меня, я считаю, что это единственный способ от них избавиться. Как ты так забрался-то туда? Отличненько. Теперь нужно как-то этого до нуля еще довести, будет вообще великолепно. Ну, думаю, что сделаю это с помощью вот этой замечательной пушки. Больше другого выбора у меня особо нету, хотя против эмиров она ни хрена не работает. Так, теперь переключаемся на дробовик и добиваем этого урода. Грёбаный Харкин. А сохранения тем временем опять нет. Да, туда, кстати, тоже нельзя. Ау.
Так, ну они с ним вроде справились, я убежал. Чуть-чуть. Чтобы не умереть совсем. Где музыка, простите? Куда она делась? Она только что была. Вечное перекидывание через преграды как-то напрягает. You were close, but not close enough! So, Fade, couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from I know who he is, and I'm not telling you squat. Harkin, this doesn't have to be hard. Screw you. I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right, get off me! Terminus really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. You don't need to shoot him. He won't be able to hide from C-Sec now. I guess it's your lucky day. Yeah, I hope we could do this again real soon. I didn't shoot him. Come on, let's move. Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Getting a little worried about you, Garrus. You were pretty hard on Harkin. You don't think he deserved it? This is not like you. What do you want from me, Shepard? What would you do if someone betrayed you? I'm not sure, but I wouldn't let it change me. I would have said the same thing before it happened to me. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonis could get away with this? Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves?
I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Listen, Sidonis. I'm here to help you. Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus's. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I am the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. That's it? You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. And I have to live with that. I wake up every night. Sick. And sweating. Each of their faces staring at me. Accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days, I just want it to be over. Just give me the chance. Gotta let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus. I guess there's nothing I can say to make it right. Just go. Tell him to go. He's giving you a second chance, Sidonis. Don't waste it. I'll try, Garrus. I'll make it up to you somehow. Thank you for talking to him. I know you want to talk about this, but I don't. Not yet. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonis was in my sights, I just couldn't do it. The lines between good and evil blur when we're looking at people we know. Yeah, there was still good in him. I could see it. So much easier to see the world in black and white. Gray. I don't know what to do with gray. You gotta go with your instincts. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Shepard. For everything. Let's get going. I need some distance from this place. I'm with you. Ну что ж, думаю, это хорошее окончание. С вами был, как всегда, Дезертир, а мы, тем не менее, получили новый уровень. По итогам задания, больше ничего не мешает Гаррусу заниматься делом. Проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Открыто умение Гарруса увеличивает урон, наносимый броне и здоровью. Открыто новое снаряжение для Гарруса.
Также воспользуйтесь, короче говоря, мы улучшили свою винтовку, получили кучу кредитов, добыли немножко иридия, и, в общем-то, закрыть на этом отчет можно. Что ж, еще раз всем удачи и пока-пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Приходите увидеть новую.